Страшные скидки. Всем привет! Зима не за горами, и если у вас или у вашей половинки нет нового пуховика, самое время его приобрести. Всевозможные сайты предлагают пуховики по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая пуховик, нужно понимать, что чем лучше он греет, тем хуже пропускает воздух. В куртке, которая хорошо дышит, можно замерзнуть, а в непродуваемой – вспотеть и простудиться. Главное в зимней одежде – наружный слой аутдо, который принимает на себя ветер, холод, дождь и снег. Его не должно продувать ветром. В качественной подкладке есть элементы для воздухообмена, иначе натуральный пух и перо упреют, а куртка придет в негодность. При переходах из помещения на улицу и обратно тело и одежда не успевают подстроиться под перепады температуры, которые порой достигают 30-40 градусов. На сайте Wildberries мужской пуховик Bad Monkey сейчас продается со скидкой за 9 049 рублей. Его прежняя цена – 21 046 рублей. Цвет черный, размер 54 и 56. Удобный удлиненный приталенный крой. Воротник стойко полностью защищает от дождя, ветра и мороза. Выполнен из текстиля, полиэстера и мембранной ткани. Утеплитель – искусственный биопух. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Съемный капюшон с регулировкой. Застежка на молнии, кнопки, карман на молнии, плотный манжет. На сайте Озон мужской пуховик сейчас можно купить за 6791 рубль. Его прежняя цена 17356 рублей. Ветрозащитный удлиненный пуховик свободного силуэта с застежкой, молнией впереди. Конструкция бегунка выполнена так, что пуховое пальто оверсайз можно расстегнуть и снизу. Капюшон можно использовать в качестве дополнительной защиты в сильные холода. У куртки есть 4 прорезных кармана по бокам и 2 на рукавах. Застегиваются на молнию. Парка мембранная, сшита из влагонепроницаемого и непромокаемого материала. Легкий утеплитель HoloFiber прекрасно сохраняет тепло, а подкладка из ткани полиэстер очень износостойкая. В верхней одежде манжеты в рукавах изготовлены из специальных ветрозащитных нитей, которые предотвращают попадание ветра и снега. На сайте Яндекс.Маркет мужской пуховик сейчас предлагают за 27 999 рублей. 100% натуральный утеплитель, 80% пуха, 20% пера, помещен в пуховой пакет. Обладает несравненными греющими способностями. Плечевая область дополнительно утеплена супермягким конжугейтом. Для модели использована практичная ткань с водоотталкивающими пропитками, благодаря которой капли воды скатываются с поверхности, а не впитываются в нее. Рассчитан на температуру от минус 10 до минус 25 градусов. На сайте «Снежная королева» зимний мужской пуховик удлиненного кроя сейчас предлагают со скидкой в 50% за 10 740 рублей. Пуховик имеет яркую отделку, утеплен искусственным пухом. Модель полуприталенного силуэта с капюшоном, застежкой на молнии и липучке, просторными карманами, отделкой и трикотажем. Состав 100% полиэстер плюс трикотаж, 91% вискозы, 8% полиэстера, 1% спандекса. На сайте «Спортмастер» удлиненный мужской пуховик «Глиссайд» сейчас продается за 10 999 рублей. Прекрасно подойдет для катания на горных лыжах. Водонепроницаемая мембрана, дополненная водоотталкивающей пропиткой, защищает от ветра, осадков и грязи и обеспечивает комфортный микроклимат. Предусмотрена специальная снегозащитная юбка, которая предотвращает попадание снега под одежду. Современный синтетический утеплитель по своим теплоизоляционным свойствам и легкости не уступает натуральному пуху. Регулируемый капюшон и манжеты на надежно защищают ветреную погоду. 2 вентиляционных отверстия на молнии для оптимального воздухообмена. Предусмотрены 7 карманов, включая карманы для маски и скипаса. Прямой крой гарантирует отличную посадку. Артикулируемые локти не сковывают движение, обеспечивают дополнительный комфорт. В качестве наполнителя для пуховых курток чаще всего используют пух водоплавающих птиц, однако в составе может быть и перо. Чем больше в утеплителе пера, тем пуховик холоднее и тяжелее. Если сравнить две куртки с соотношением пуха и пера 90 на 10 и 70 на 30, первое будет намного легче. Перо в десятки раз дешевле пуха, и недобросовестные производители этим пользуются, указывают неточное соотношение компонентов. Гусиный пух считается теплее и долговечнее утиного. Срок его службы составляет 20 лет, тогда как утиного 5. Большинство производителей используют либо утиный пух, либо смесь. Это тоже экономия. Пух уток стоит дешевле. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.